Привет, это Деконте, видеоинструкция по сборке кровати «Черная роза». В комплект входят две коробки, ортопедическое основание и матрас. Сейчас он нам не нужен, займемся сборкой кровати. Открываем коробки и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Для сборки нам потребуется только фигурная отвертка. Мастер на видео использует шуруповерт. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Первым делом к царгам кровати со стороны изножья фиксируем крепежные уголки из комплекта фурнитуры. Мастер отмеряет ширину одного уголка от нижней части царги и ширину двух уголков от верхней. Уголок крепится вровень с торцом царги на саморезы из комплекта фурнитуры. Со стороны изголовья работа производится аналогично. Чтобы прикрепить царги к изножью, мастер подводит их к правому и левому торцу изножья и крепит их с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Затем таким же образом работы производятся с изголовьем. Перейдем к ортопедическому основанию. Снимаем защитную пленку и с помощью болтов из комплекта фурнитуры крепим ножки к металлическому каркасу. Теперь необходимо установить ортопедическое основание на его место, уложить матрас, и ваша кровать готова к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.